Во время участия в популярном китайском шоу стиль известного казахстанского исполнителя изменился полностью. Никому неизвестный совершенно обычный Димаш превратился в звезду и настоящую икону стиля. На заре своей карьеры Димаш Кудайберген выходил на сцену исключительно в тяжелых и рельефных костюмах. Его пиджаки нередко были украшены излишними узорами, блестками, камнями. В 2017 году молодой исполнитель сменил свои сценические костюмы на стильные тренчи в стиле кей-поп. К слову, кардинально поменять гардероб исполнителю помогли китайские стилисты. Во время подбора нарядов они учитывали все детали, которые могли подчеркнуть природную красоту Кудайбергена. За короткий срок Димаш превратился в икону стиля. На китайских прилавках и интернет-магазинах все чаще появлялись копии его костюмов. На данный момент Димаш освежил свой гардероб модными классическими костюмами, которые дополнены аксессуарами в виде браслетов и кулонов на длинной цепочке. Многие стилисты отмечают, что такой выбор нарядов отражает темперамент исполнителя и очень подходит к его репертуару. Если говорить о цветовой гамме нарядов, то талантливый музыкант отдает предпочтение однотонным и спокойным цветам. За редким исключением в гардеробе могут быть полосатые и яркие костюмы. Иногда в своих костюмах он делает какой-нибудь акцент. К примеру, интересную бабочку наденет или рубашку, пояс повяжет или оденет шляпу с шарфом. Но при этом он все эти яркие детали приглушает цветовой гаммой костюма. Сейчас его образ сдержан и полностью продуман стилистами. В повседневной жизни всенародный любимец одевается так же, как и современная молодежь. Обычные джинсы, кеды, свитшоты, худи, парка и, конечно, модные очки. Это обязательно атрибут в его гардеробе.